31 мая в Казахстане – день памяти жертв политических репрессий. В 2014 году уголовные материалы по репрессированным североказахстанцам были переданы в департамент полиции. За эти годы около 250 человек обратились к стражам порядка за архивными справками. В спецархиве полиции хранятся три уникальных фонда. Один включает данные бывших военнопленных и репатриированных из Германии граждан бывшего СССР. Второй – уголовные дела лиц, не подлежащих реабилитации. В самом крупном – дела более чем 5000 репрессированных жителей области, которые впоследствии реабилитированы. Эти документы представляют большую историческую ценность. Для потомков репрессированных – это память о родственниках. Для научных работников – путь к восстановлению исторической справедливости. На сегодняшний день по материалам, переданным из Комитета национальной безопасности, специальным государственным архивом за время нахождения данных материалов в нашем архиве оказано более 250 государственных услуг по выдаче архивных справок и копий документов из уголовных дел в отношении реабилитированных лиц, а также архивные справки в отношении военнопленных граждан.